Всем привет! Я сейчас нахожусь на заводе Hyundai Motors в Санкт-Петербурге. Позади меня находится самый главный пример от компании Hyundai этой зимы – обновленный Hyundai Solaris. Больше всего после рестайлинга изменилась передняя часть Hyundai Solaris. Сейчас перед нами топовая версия. В ней вы видите новую решетку радиатора. Также здесь находятся новые светодиодные фары. Они полностью светодиодные в топовой комплектации, за исключением указателей поворота. Указатели поворота здесь на обычных лампах накаливания. Дизайн задних фонарей не изменился, но в них появилась новая светодиодная начинка. Опять же, в топовых комплектациях, то есть в базе практически никаких отличий от дорестайла не будет. Ну, за исключением обновленного заднего бампера, на котором можно увидеть вот такие характерные аэродинамические диффузоры. Итак, друзья, приехал ко мне подписчик, Максим его зовут. Вот у него Solaris 2020 года рестайлинг на штатных светодиодных фарах. То, что они штатные, можно посмотреть вот здесь вот. Видно, что Mobis, маркировка. Маркировка, кстати, как у галогена, HCR. И здесь никаких нету, естественно, крышек, кроме доступа к вот этому поворотнику. И, ребят, вот Максим с этим делом немножко запарился, с этими фарами. И вот какая проблема. Итак, если вкратце, Максим мне только что рассказал историю, приобрел автомобиль вот с этими штатными LED-фарами, и у него возникли некоторые не совсем приятные ощущения от езды с ближним светом. И если вкратце, Максим, в чем суть претензии и как ты вот вообще, что с этими фарами не так, на твой взгляд? Суть претензии в том, что фары за 150 тысяч, как озвучил дилер, за две фары дают 150. Кривую светотеневую границу. Она совершенно разная, что на левой, что на правой фаре. На новых машинах мы смотрели с дилером, там все в точности наоборот. Но есть Kia Rio X, тоже последние, какие там, 21 года выпуска они. Они дают идеальное СТГ, вот чего нету здесь. То есть, переводя, говоря простым языком, по ходу дела такая ситуация, что на... На чем? На Rio, да? Rio X, последний тоже рестайлинг. На Rio, получается, фары светят намного лучше, чем на светодиодном, ну, на Солярисе. И по ходу дела, так сказать, качество изготовления самих фар очень сильно отличается. И вот Максиму достался такой экземпляр автомобиля, который, собственно, его не очень в этом плане радует. Давайте посмотрим на светотеневую границу сзади меня, и вы сами, собственно, оцените и можете написать в комментариях, вас устроят подобные фары за 150 тысяч рублей доплаты или нет. Итак, вот они, фары. Уже показывал, что они оригинальные, что с ними не было никаких ДТП. Это именно штатные светодиодные фары от Solaris 2020 года, рестайлинг. И давайте смотреть, как они светят. Ребята, светят они вот такими вот явно пятнистыми, так сказать, пучками. Я сейчас вот буду заслонять одну фару и показывать вам. Вот смотрите, то есть насколько у них есть пятнистая, так сказать, выраженная пятнистость. То есть, ну, с такими, скажем так, фарами, это как будто поставить очень дешевые китайские лампы, которые не дают правильной СТГ. Вот такой печальный результат на фарах от Solaris. Вот, ребят, я подошел поближе. Ну, посмотрите уровень изготовления фар. Вот она машина. И вот как они светят. Это, ну, мягко говоря, за это, я думаю, что платить не стоит. За это не стоит платить. И выгоднее взять комплектацию с более дешевыми фарами и тогда уже поставить нормальные линзы, которые будут давать нормальную светотеневую границу. Итак, друзья, вот просто взял первую попавшуюся линзу, даже не буду показывать бренд, это не особо важно. Ну, вот смотрите, это родной свет. И вот СТГ от линзы. Да, конечно, линза дает большую равномерность, но
Вот это, ребят, все-таки, на мой взгляд, такое себе. И от штатного LED ожидать вот именно такое, наверное, меньше всего бы хотелось, скажем так. Друзья, вы все видели. Пожалуйста, во-первых, напишите свое мнение в комментариях. И второе, у меня как бы просьба, вот чтобы... Потому что Максим уже обращался в представительство, вкратце представительство, сказал, что все отлично, все хорошо, ваши фары вполне, скажем так, нормальные. Вот. То есть вопрос он не решил с фарами. У меня тогда просьба к подписчикам, кто-то из вас ездит на подобных автомобилях, пожалуйста, посмотрите, как светит у вас, посмотрите светотеневую границу. Вот, то есть дайте обратную связь в плане того, что у вас также они светят, или просто эти фары, ну, по сути дела, какое-то некондиция, или, скажем так, какое-то опытное производство, которое не обладает нужным качеством. Вот, если можно, помогите вот эту ситуацию разрулить, потому что то, что сзади, действительно не нравится мне. Вот Максим, проезжая мимо, заехал, и я, честно говоря, в шоке от того, какой уровень качества на данных светодиодных родных оригинальных фарах. Вот такой вот момент.